Курочка снеслась где? Прям в кормушке у козы. Два яйца. Сейчас надо сделать гнезда вот этим вот друзьям, которые начали нестись где попало из подручных материалов. Нашел в старом доме ящики от мебели. Вот сейчас из них буду делать гнезда, не знаю, как получится. Вот. Как-то так буду прикреплять, что ли, к стене. И что интересно, индюшки не любят нестись в гнезда. Обычно несутся на полу, бросают свои яйца, потом порой затаптывают их. И вот надо придумать так, чтобы они неслись в гнезда. Так, или сюда. Вот так, наверное. Один сюда поставлю. Закреплю сейчас как-нибудь. Вот. Я уже говорил, они начали нестись. Но несутся где попало. Сегодня я зашел. Яичко здесь валялось на полу, но уже раздавленное. Давят они на полу прям. Ладно, делаем из подручных материалов, из того, что есть. Но индюшку сложно заставить нестись в гнездах. Ну пусть привыкают. Надо же как-то привыкать. Да, ведь? Все, пусть пока идут погуляют. В уличном загоне. А я пока здесь поработаю. Ну вот, примерно так. Сюда еще опору вот так сделаю. Так вот примерно. И все. Ну вот примерно так будет. Сюда сейчас сено наложу. Обычно индюшки любят сидеть там, где повыше. Ну я вот у одних был в хозяйстве, мы у них яйцо покупали инкубационное, это позапрошлый год еще, даже раньше, 2 года назад. У них вообще 10 индюшек, вот в такой вот клеточке сидели, 2 насеста, вверху, внизу, и гнезда у них вообще прям под потолком были. И индюшки обычно наверх залазили там прям под потолок, тоже из таких же ящиков, из подручных, нашли и поставили. Не надо ничего там мудрить, просто вот как есть, так и сделали. Сейчас еще вот такое вот поставлю в другое место куда-нибудь. Сейчас подумаю, куда поставить еще один. Thank you.
делаю я такие простые. Гнезда. Ну, из того, что было, из того, что нашел. Это старые мебельные ящики. Это тоже какая-то полка в старом доме была. Ну, еще один ящичек. Не знаю, вот этот, наверное, маловат. Ну, посмотрим. Что, убрать недолго, переделаем. Вот это вот самый раз. Ну, вот обычно они с насеста раз сюда запрыгивают. И с этой стороны также с насеста сюда прыгает. Ну, а вот этот немножко сделал пониже. И она запрыгнет. В принципе, индюки, они такие птицы, что на деревья хорошо и на крыши залетают. Так что им этот, эта высота вообще ничего не стоит допрыгнуть. Тут и курицу уже. Зерно у них лопает. Зерна надо добавить. Вот. Ну все, вроде бы вот так вот, что я хотел сейчас сделать, сделал. Посмотрим, как они себя поведут, как они будут к гнездам привыкать. Ну, дверь я не буду закрывать. Пусть пока погуляет. Куриц, наверное, надо загнать. Ладно, или пусть тут. Нет, надо загнать. Кто они тут? Идите, давайте. Давайте, давайте, давайте. Идите туда. Все. Все, сейчас они привыкнут. Ну что, Милка? А, как у тебя дела? Хорошая девка. Хорошая. Свинюшки уже подросли. Темновато здесь, ничего не видно. Вот часть курочек у нас тут, вот старушки вот эти. Они у нас здесь живут. Мы их сюда перенесли. Ну тут пару молодок еще добавок им. И они уже несутся, где придется. Вот это новый у нас индюк приехал. Мы его обменялись с другим хозяйством. Хороший такой индюк, белый, широкогрудый, чисто белый. Мы его оставили на племя. Вон там курочка садится на гнездо, прям в кормушке. Тут снег вместо воды. Борька, ты опять тут грязь развел, а? Ты что это такое все время грязи-то ходишь? А эти вон туда залезли. Овес лопают у козы. Тут же несутся. Ну, пару яичек снесли. Ну-ка, дайте ко мне яички-то. Пару яичек снесли уже. Сегодня еще будут. Ну вот, так, кратенько расскажу в двух словах, что у нас тут в зимний период. Сразу скажу, в зимний период у нас здесь... Ну, на земле вода замерзает, сразу скажу, это градусов минус 25 уже, вода на земле замерзает. Конечно, пеноплексом то, что я утеплил, вот даже вот тут вот снаружи, снаружи это плохо, надо утеплять деревянные конструкции изнутри, чтобы дерево, оно было на свежем воздухе, а то вот, видите, что творится, иней какой здесь. Это плохо. Хотя, сделал... Такие вентиляционные отверстия в потолке, две штуки. И вот туда вот уходит теплый воздух. Приточка, она снизу из щелей. И вот еще одно отверстие прорезал просто в пеноплексе. Но надо будет еще одно прорезать, потому что этого мало. Не успевает здесь провентилироваться. Ну вот в теплое время, то есть вот как сейчас, минус 8, минус 10 температуры. Я одну дверь открываю. Вот у индюков вот эту дверь открываю. Здесь свежий воздух идет, приточка сюда, чтобы хоть какая-то вентиляция была. А так, конечно, надо принудительную вентиляцию делать. Ну вот здесь вот у свиней нормально, у них вообще тут стены сухие. Единственное, что вон саморезы немножко промерзли. Ну это ерунда. Вот, на потолке вот конденсат висит. Это плохо. И что интересно, он не замерз. Вот, смотрите, влага. Надо делать принудительную вентиляцию, вытяжку срочно, потому что не справляется это просто. Вот. Ну, у козы тоже вот здесь вот вроде бы часть стены сухая. Вот, вот что интересно, вот эта вот часть стены сухая. Это с той стороны, снаружи, я обвалил снегом. Снегом обвалил, и здесь как бы сухо.
А вот то, что снегом не обвалил сверху уже, здесь уже стена влажная и замерзшая. Вот здесь вот индюк живет у нас. И вот здесь также. Сейчас я снаружи покажу, как это все выглядит. Так, ну-ка, куры, отойдите-ка отсюда. Ну вот, дверь тоже, она вся инеем покрылась. Для себя я решил, что лучше утеплять пеноплексом. Деревянной конструкции лучше делать это изнутри. Но изнутри здесь утеплишь, то надо будет еще какую-то дополнительную обшивку, иначе сожрут ее все животные. Ну вот, снегом я обвалил дополнительно вот здесь все, чтобы уже теплее было. Снег, он хороший утеплитель, хорошо держит тепло. Ну вот где отверстие вентиляционное, даже видно, вот если вы заметите, вот тут какая-то паутина, она колышется даже, теплый воздух оттуда выходит. Но этого мало, они не справляются вот здесь. И вот здесь, как это снаружи выглядит, тоже вот здесь теплый воздух выходит. Вот. Ну, окна замерзшие. Это ладно, это ерунда. И с другой стороны, с тыла, я тоже снегом все обвалил. Надо будет еще подсыпать. Вот снег еще навалит, еще подсыплю, потому что вон как оттаяло прямо от стены. Смотрите, какая щель оттаившая. Вот надо будет еще подсыпать. А так, в принципе, тепло внутри. Кто-то спрашивал, какая температура. Ну, температура здесь... На полу температура минусовая. Раз вода замерзает. А вверху здесь, ну, нормально так, для животных. Примерно где-то плюс 5, плюс 4 ориентировочно. Ну, вот на уровне, допустим, вот на уровне вот этой козы. Когда она встает ногами сюда. Да, Милка? Иди сюда. Мила, 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 мила. Не хочешь? Чего головой мотаешь? Перед тем, как утром идти кормить животных, вот именно вот в этой сарайке, у нас мы включаем освещение с 6:30 до 7. Вот в этот период мы идем кормить. Сразу включаем, и свет у нас здесь горит целый день. Лампы светодиодные стоят, 3 штуки. Ну, они мотают там по 5 ватт. В принципе, это не так много. И освещение, так как здесь индюки и куры, освещение нужно как бы дополнительно, чтобы куры неслись. И уже вечером, когда мы вечером мы кормим скотину, где-то начиная от 6 часов вечера до 7 часов вечера. То есть в этот промежуток мы кормим животных, и свет у нас горит где-то примерно до 9 часов вечера здесь. И потом в 9 часов вечера мы выключаем уже свет. И так до утра уже темно. Ну, чтобы курам нужно освещение где-то примерно 13-14 часов, чтобы яйценоскость была, чтобы куры неслись. Поэтому свет мы целый день здесь держим. Ну, так как зимой, в зимний период дни, они короткие у нас здесь. У нас, допустим, утром в 10 часов только сумерки уже светать начинает. Вечером рано темнеет. И, конечно, большую часть свет горит. Вот такие вот дела. Ну, вот, если вы заметили, как я уже говорил, вот на полу вода замерзает, куры в основном на полу находятся. Ну, на полу где-то температура минус 2, минус 3. И вот куры несутся при минусовой температуре. Правда, они наверх запрыгивают, то в кормушки там к козе залезут, то еще куда-нибудь. И несутся куры, индюки также несутся при минусовой температуре. Видимо, уже привыкли к морозам таким нашим уральским. Вот такое вот насчет освещения, если кто спрашивал. Кормление. Кормим мы коз. У нас коза сейчас одна осталась, коз говорю. В зиму у нас вошла одна коза. Вот она уже в молоке, она, конечно, сбавила. Ну, все молоко у нас уходит на продажу пока, на сегодняшний день. Возможно, может быть, скоро уже не будем продавать, потому что самим вообще ничего не остается. Ну и вот она должна родить где-то в марте. Коза должна окатиться, если все нормально. Вот, надеемся, что будут две козочки. Может быть, одна, не знаю. Посмотрим, кого она принесет. Так, ну по поросятам что? По поросятам у нас, поросята у нас подросли, свинушки. Пока мы не пытаемся скрещивать, потому что хрячок еще маленький. Мы ждем, когда он подрастет, наберет вес немножко и
повыше будет, чтобы смог исполнить свои обязанности. Ну а там видно будет, как и что пойдет. Так, что у нас еще? Если по козе, допустим, кто спрашивал про козу, про козу. Кормим мы в основном козу сейчас, это овес, 500 грамм на голову утром, 500 грамм на голову вечером. Ну, сено у нас тоже мы даем дозированно, то есть я вечером даю, допустим, охапку, и утром охапку даю сена. То есть сено не всегда лежит круглые сутки у нее. То есть утром она съела, вечером положили, снова там за ночь сколько доедает. Вот. И нормально, в принципе, этого хватает. Ну, плюс, конечно, мы нет время от времени, так вот я вот кормлю, допустим, свиней там отрубями, кормосмесь запарим. Ну, козе тоже, конечно, хочется дать, чтобы она тоже это поела, потому что она сейчас беременная, так сказать. Вот. Ну, чересчур, конечно, не нужно козу перекармливать. Ну, стараешься так, чтобы это не всегда даешь там. Основной корм это овес и сено. Ну, чтобы она не разжирела, чтобы не было проблем потом с окотом, и чтобы козлята нормально родились. То есть козу перекармливают желательно. Вот. Ну, опять же, по курочкам вернусь. Курочкам. Курочки у нас, как вы видели, уже вот эти старые рыжие хайсексы немецкие, несушки. Ну, вот мы их еще поддержим, может быть, до следующей осени. Ну, вот до осени поддержим. Ну, если не будут нестись, раньше уберем. Вот. Пока несутся, пусть несутся. Там видно будет, убрать никогда не поздно. Что еще там? Что еще спрашивали-то, я не помню уже. Записывать надо, бумага не забывает, а я вот забываю. Ну вот, по козе вроде так, нормально. Ну, хоть, возможно, весной, где-то в апреле, может быть, в марте, если все нормально, то будем искать еще коз. Немножко поголовье еще увеличим. Соответственно, сено надо будет больше заготавливать. Нынче сено заготовили только на одну голову. Поэтому коз пришлось убрать лишних. Покупать сено у нас... Мы не покупаем сено. Да и если зимой, допустим, даже если купишь сено, привезти его сюда проблематично. Ни один грузовик сюда не поднимется. Если как только, допустим, либо внедорожник какой-нибудь, там ЗИЛ-131 там, или ГАЗ-53 полноприводный, чтобы сено привезти. Никакая газель, никакой заднеприводный автомобиль сюда просто не залезет в гору зимой. Это только летом, только когда снега нет, когда дорога чистая. Поэтому будем ждать до весны, когда дорога оттает. Если доживем, если Бог благословит, то так. Не знаю, может быть, расплывчато ответил как-то вам. А, еще насчет курятника. В курятнике у нас свет горит тоже так же, где-то 13-14 часов. Утром включается 6:30 и вечером выключается в 9:30. Ну, вот примерно так. Там у нас уже стоит розетка-таймер. Ну, на ролике, кто смотрел предыдущие, там видели, что розетка-таймер. И как бы уже свет сам регулируется, включается, выключается. Это очень удобно. Ну, вот здесь нету у нас, не поставили на розетку. Поэтому надо будет фирму ставить. Ну, еще одно окошко, наверное, вентиляционное вырежу, потому что, как вы видели, уже влажность здесь высокая. Надо будет с влажностью бороться обязательно. Ну, а чистим мы у животных, ну, у козы мы чистим каждый день, у поросят мы не чистим каждый день, где-то раз в 3 дня где-то. Ну, поросята, вот именно вот эти вислобрюхи, они чистоплотные, так сказать. Они входят, они в одно место, в уголочек, а спят они в другом месте на сене. Вот в этом мне нравится, конечно. Коза же нет, коза где валит, там и спит, в общем. В этом, конечно, плохо, поэтому у нее чистим каждый день. Ну вот, вроде бы так. Ну ладно, друзья, спасибо, что вы посмотрели ролик до конца. Пусть Бог благословит вас. До следующих встреч в следующем видео. Всего доброго. До свидания.